Карачаево-Черкесии уже более 2 месяцев действует скидка на проезд в общественном транспорте. Жители и гости республики могут экономить по 5 рублей с каждой поездки, расплачиваясь в транспорте картой МИР, загруженной в смартфон. Пассажиры, которые до сих пор оплачивают проезд по старинке, могут успеть воспользоваться предложением со скидкой, которая действует до конца сентября этого года. Для гражданина, прежде всего, это скидочный процесс. То есть у него идет скидка 5 рублей на проезд в общественном транспорте. То есть если 2 поездки происходят, 10 рублей, как бы, это очень существенно. Тем более наступает у нас сейчас, скажем так, школьные процессы, когда дети в школу пойдут. То есть это очень прям-таки будет для нашего населения очень выгодно. Условия участия в акции довольно простые. Необходимо загрузить данные карты МИР в телефон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть приложение МИР Pay, которое создано специально для держателей национальных карт. После добавления карты МИР в сервис каждая поездка будет обходиться на 5 рублей дешевле. Мы стремимся сделать процесс оплаты и проезда в общественном транспорте не только быстрым и удобным, но и выгодным. Наши предложения, которые сейчас действуют в Карачаево-Черкесии и продлится до конца сентября, позволяют экономить 5 рублей от стоимости каждой поездки, если вы ее оплачиваете картой МИР, загруженной в смартфон. На собственном опыте процесс регистрации занимает очень короткое время. Загрузив один раз данные национальной карты в сервис, можно беспроблемно пользоваться скидкой более чем в 100 транспортных средств, курсирующих по республике. Чтобы оплатить проезд, достаточно поднести гаджет с включенной функцией бесконтактной оплаты NFC к терминалу на пару секунд. Сумма с учетом скидки спишется с пассажира автоматически. На некоторых маршрутах терминал может выдавать чек или билет на полную стоимость проезда. При этом с вас спишется стоимость за вычетом скидки. Это обусловлено базовыми настройками терминалов, и, к сожалению, нельзя изменить. Это просто нужно знать и понимать. При этом размер скидки перевозчикам компенсирует платежная система МИР. Важно понимать, что перевозчики региона получают 100% оплаты проезда, при этом вы, как пассажиры, получаете скидку. Узнать, что скидка действительно была предоставлена, вы всегда можете в мобильном приложении вашего банка или, например, через пуш-уведомление или смс-уведомление, в зависимости от того, что предусмотрено по вашей карте. С правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте «Вам привет» и в мобильном приложении «Привет». Предложения от платежной системы МИР действуют до 30 сентября текущего года в автобусах и троллейбусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Артур Мухцеалибастанов, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.